Доброе утро. Кто просыпается раньше съемочной группы «Утро нового дня»? Водители, которые везут их на работу. Чтобы забрать операторов, осветителей, режиссеров и ведущих, Григорию приходится начинать свой день в 4 часа утра. Мы дежурим всю ночь, понимаешь, с 8 вечера до 8 утра. При необходимости выезжаем ночью, если нужно, как бы дежурная машина. Пробки в это время суток не проблема. Дороги чистые, останавливают только светофоры. Другое дело утром. Чтобы быстро добраться до конечного пункта, нужно знать город как свои 5 пальцев. Не так хорошо, сейчас уезжаю. Сергей родился и вырос в Симферополе. Здесь же 20 лет назад получил водительские права. С тех пор всегда за рулем. У него открыты все категории – от А до Е. Сейчас 9 часов утра. Самые пробки. Ну ничего, я знаю короткий путь. Мы сейчас за 10 минут как раз доедем до пункта назначения. Иногда за один рабочий день машина Сергея проезжает больше 300 километров. Приходится ездить каждый день в разный город. Один день в Севастополь, один день в Ялту, другой день в Красноперекопск и Евпатория. Каждый день что-то новое. По межгороду уже помогает телефон с навигатором. Водитель заботится о здоровье журналистов. Он и климат-контроль в машине включит, и беседы согреет. Все это не отвлекаясь от дороги и соблюдая правила дорожного движения. Сегодня у Сергея еще 3 маршрута. На улицу Тишкемецкую, проспект Победы и улицу Севастопольскую. А потом он поедет домой набираться сил для нового трудового дня. Дальше о шоу «Утро нового дня» в кадре и за кадром вам расскажет другой корреспондент. Дарья Шарипова, Владислав Кравцов. «Утро нового дня».